Артем, здравствуйте. Ну вот расскажите, чем же этот госпиталь заслужил место в лидерах списка? Здравствуйте, Мария. Мы сегодня, конечно, были очень удивлены того, как быстро разворачивается этот мобильный госпиталь, который фактически это больница, которая может за 15 минут, за считанные минуты действительно развернуться и начать свою работу. Вот мы сейчас зашли в хирургический отсек, хирургическую палатку, где уже установлено все необходимое оборудование. Как видите, даже специально очень сложные приборы стоят. Здесь есть все лекарства, которых должно хватить на 14 дней автономной работы. Примечательно, что вот весь этот аэромобильный комплекс совсем недавно осмотрели представители Всемирной организации здравоохранения, и они были просто шокированы, потому что аналогов вот такого просто нигде нет, ни в одной стране мира не производят такие аэромобильные комплексы. Примечательно, что теперь представители Центра СПАС получили специальное удостоверение международное, и уже в любой момент, буквально прямо сейчас, они могут отправиться в любую точку мира и без каких-либо дополнительных согласований разворачивать вот такие мобильные медицинский комплекс и начинает работать в зоне чрезвычайного происшествия. Самое интересное, что вот такие комплексы берут сейчас на вооружение даже и представители Министерства обороны Российской Федерации. Вот частично они взяли опыт у сотрудников МЧС. Ну и, конечно же, перенимают опыт у сотрудников МЧС и другие страны. Вот единственное, хотелось бы отметить, что вот подобный сертификат имеет еще одна страна, это Китай. Но там, как говорят сотрудники МЧС, комплексы значительно хуже, разворачиваются намного дольше. Но вот я хотел бы отметить, что вот мы сегодня наблюдали, как происходит развертывание этого комплекса. Самое долгое, что на что больше всего ушло времени, это то, как подъезжал специальный грузовик, и из него выгружали все оборудование. Все остальное, вот эта палатка, установка оборудования заняла считанные минуты. Вот на моем секундомере это заняло примерно около 8 минут. Представляете, за 8 минут разворачивается все это, вот вся эта палатка, и уже могут принимать самых тяжело больных, тяжело раненых пациентов. Мария. Да, Артем, спасибо за подробности, практически экскурсию о возможностях аэромобильного госпиталя МЧС рассказал наш корреспондент Артем Кол.